Здравствуйте. Презентую вам подставку под карандаши. Это был пенек, изъеденный червяками, вернее, короедами, как их называют. И вот я решил сделать из него подставку под карандаши. Внутри пусто, стоит он на фанерке. Сделал вот такие вот три цветочка с листиками. Один листик, правда, еще не подставил. Вот к этому цветочку. Вот. Внизу грибочки. Вот сюда я хочу камень подставить. Камень и на нем надпись. Так вот, мне интересно, какую надпись вы мне посоветуете подставить на этот камень? Меня очень интересует ваше мнение. Какую лучше надпись написать на этом камне? Или камни. Вот тут такая вот стружка, это будет травка. И еще вопрос. Красит ли мне его гуашью под лак или нет? Я думал пенек дать светло- и темно-коричневыми местами. Листики зелененькие, стебельки зелененькие, там цветочки желтенькие с беленьким. Тоже вопрос. Меня мучает очень сильно. Красить в естественный цвет или оставить дерево? И камень. Что написать на камне? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Я буду вам очень благодарен. Спасибо.